Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». И сегодня в нашем видеообзоре мы хотим представить вашему вниманию вот такой творческий набор от торговой марки «Влади Тойс Украина» из серии «Мое первое творчество». Предназначен этот набор для самых-самых маленьких. Сейчас мы откроем его и посмотрим, что же здесь такого интересного и познавательного. Итак, в комплекте вы найдете вот такую пошаговую инструкцию, с которой, я думаю, вы разберетесь без труда. Все очень понятно и доступно описано. Два глиттерных карандаша синий и розовый. Два комплекта восковых палочек желтый и розовый. Вот такая петелька, потом расскажу, для чего она нужна. И вот такие три заготовки для раскрашивания. В этом наборе вы научитесь использовать две, я думаю, новые техники. Сейчас расскажу, какие. Заготовка шаг 1 и шаг 2 – это обучалочки, на которых вы можете потренироваться. Шаг 1 – вы сможете сделать объемную картинку с помощью восковых палочек. Давайте попробуем. Итак, возьмем вот такую желтую палочку восковую. Она не рвется, очень хорошо гнется, приятная на ощупь. И вот с помощью восковой палочки наносим ее по контуру рисуночка, который есть на заготовке. Получается вот такая спиралька. Хочу сказать, что она очень хорошо крепится на основе, не отваливается. Если у вас не получилось, не расстраивайтесь, ее можно очень просто снять, не повредив картинку. Шаг номер 2. Мы учимся раскрашивать картинки с помощью глиттерных карандашей. Сейчас я покажу, как они выглядят и что с ними можно сделать. Это вот такой тюбик. Надавливаем. Получается вот такая полосочка объемная с блестками. Наносите по контуру, и получается такая вот красивая картинка. И вот такая заготовочка Нюша из смешариков. Здесь вы уже обе техники можете использовать на этой картинке. Контур оформляете с помощью восковых палочек, внутри раскрашиваете глиттерными карандашами. Я думаю, этот комплект художественный очень понравится вам и вашему малышу. Будет очень весело и интересно. Да, еще забыла сказать, эта петелька, после того, как картинка уже готова и она высохла, снимаете двусторонний скотч, прикрепляете на картинку и можно повесить на стену. Если вы захотите его купить, обращайтесь в наш магазин. Всем пока!